Я, как и все, вижу, что сейчас происходит в городе. Идет очень быстрое распространение инфекции. За последние 2 месяца развернуто несколько тысяч дополнительных коек для инфекционных больных. Рентгенологи стали работать ночами, чтобы удовлетворить всех желающих с температурой. ПЦР-лаборатории захлебнулись невыполненными тестами из-за того, что люди идут целыми коллективами и семьями, чтобы лишний раз себя проверить. Скорые наши работают с перегрузом, выполняя в 3-4 раза больше вызовов, чем в прежние времена. Как показывает практика, очень часто наше плохое самочувствие носит психогенный характер. То есть скорая приезжает, измеряет сатурацию кислорода в крови. И если она оказывается исключительно хорошей, больной моментально успокаивается и его одышка проходит. Сейчас непростое время, и мы частично сами его усложняем. Мы бросаемся в аптеки и пытаемся скупать иммуномодуляторы и антибиотики. Не надо этого делать, не надо нервничать по поводу их отсутствия. Они не помогают при вирусной пневмонии. Нужны и важны покой, сон, обильное теплое питье и жаропонижающие средства. Да, вы будете испытывать выраженную слабость, головную боль и другие признаки вирусной интоксикации. Только если ваша температура выше 38 градусов и держится 2 дня и более, и не поддается жаропонижающим средствам, тогда следует вызывать скорую помощь. Если мы все будем придерживаться этих простых правил, в больницах появятся места для тяжелых больных. Ведь 90% людей не нуждаются в стационарном лечении. Мы будем продолжать заражаться и болеть. Это воздушно-капельная инфекция, от нее очень трудно уберечься. Но в наших силах сделать доступной медицинскую помощь для тех, кому она на самом деле нужна. Я вас очень прошу, не поддавайтесь панике.